тут такой симбиоз. Завод не закрывается, это действительно завод изначально, а музей на него, получается, влияет, наверное, даже не так сильно, как завод на музей. То есть это действительно такое встреча и взаимодействие, которое усиливает, как мне кажется, обе вот эти институции. Там спрятан микрострит-арт. Человек приходит, узнает базу, а потом выходит на улицу, и я всегда говорю, все, теперь можно сказать, вы знаете чуть больше, у вас больше знаний для того, чтобы уже, так скажем, начать свое собственное путешествие, различать все это, узнавать, и город стал для вас, можно сказать, уже не просто каким-то пространством, где ты живешь, а где еще живет уличное искусство. Честно говоря, особо сильно никогда не задумывался об этом, но это намного красивее, чем смотреть на обычные стены. Таблизм, когда с помощью виниловых пластиночек создаются новые звуки. С камерой. Даже можете подальше. И посмотрите на трубу. Работать с цветом окружающей среды. И здесь изначально была зеленая. Я очень удивлен, то, что тут собраны два вида деятельности. Это искусство и инженерия. И то, что люди из двух разных сфер смогли объединиться в нечто, что может интересовать как человека с техническим складом ума, так и человек, который с довольно творческим складом ума. Для меня это очень удивительно. Здесь можно увидеть тень от колючки, это его отсылка к Нано 4814. Нано – это тоже испанский художник. Решила сходить на что-то более необычное, чем просто всякие храмы, музеи. Я специально загуглила необычные места Санкт-Петербурга, и мне вот как раз поисковик выдал это место, и я решила сходить.